И будем извлекать наш лов из садка. Такой небольшой садок, очень удобный. Рыба, чтобы была живая, прекрасно себя там чувствует. Вот это наш небольшой улов, скажем, за утро, за сегодняшнее утро. Пойдем высыпать. Чем богаты, тем и рады. Прекрасные окуни. Красавцы. Красавцы. Окуни. Небольшие щучки. Травяночки. Вполне съедобного размера. Вот. И у нас тут сколько? 5 щук. С десяток окуней, наверное. Несколько линей попалось небольших в раколовку. Ну, скажем, мы не брезгуем рыбой. Очень вкусная рыба линь. Вот. То есть рыба отличная. Красавцы. Скажем, небольшой, но приятный улов. Ловите. И основная масса рыбы была, то есть хищной, щука и окуни, были пойманы. Вот эти. И приманки. Мэпс. Вертушечка, четверочка, лепесток. И колебалка формы атом. Прекрасно. Нам и два спиннинга. Ловите, и вам повезет. Всем пока.